смертью слепо прав, смертью слепо прав, несущим во гробе живо дарован. И слова эти для свода. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа, дорогие гости и телезрители, мы рады приветствовать вас на 13-й церемонии избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта премия является одним из самых значимых событий отечественной литературы. Ежегодно она присуждается писателям, которые через свое творчество вносят особый вклад в развитие русской литературы, укрепление нравственных основ общества, а также сохраняют преемство духовной традиции отечественной культуры. Сегодня в этом зале состоится голосование членов Палаты попечителей Патриаршей литературной премии, по результатам которого будут определены новые лауреаты 2024 года. Очень скоро мы узнаем их имена. Нынешний год ознаменован целым рядом памятных дат писателей и исторических деятелей, которые внесли свой значимый вклад в развитие отечественной словесности. В 2024 году мы отмечаем 225-летие со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина и 215-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Также мы вспоминаем Юрия Васильевича Бондарева, писателя, фронтовика, ставшего классиком отечественной литературы, которого хорошо помнят многие присутствующие в зале. В этом году ему исполнилось 100 лет со дня его рождения. А сейчас мы предлагаем вам поразмышлять о русской литературе вместе с выдающимися литераторами и общественными деятелями современности. Внимание на экран. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Библия всемирна. Так писал великий Александр Сергеевич Пушкин. Он, как никто другой, понимал предназначение писателя – пробуждать в каждом добрые чувства, поднимая человека на недосягаемые нравственные высоты. И в конечном итоге обязательно привести к Богу. Такие цели классики отечественной литературы ставили всегда. Не случайно немецкий писатель Томас Манн называл русскую литературу XIX века одним из чудес духовной культуры. Русская история и культура неразрывно связаны с книжностью. К книгам на Руси всегда было особое отношение. И дело не только в том, что книги сами по себе были большой редкостью, а их изготовление стоило дорого. Далеко не каждый человек мог их приобрести. Ценные знания и опыт, получаемые через чтение, вот что сподвигало и вдохновляло наших предков с усердием осваивать грамоту и учиться. Мы всегда ждали и ждем от наших писателей постановки самых острых морально-нравственных вопросов. Мы ждем от них позиции, мы ждем от них примера личностного роста, личностной эволюции. Никто никогда не требовал от писателя, чтобы они были абсолютными образцами во всем. Они живые люди, но мы ждем, чтобы в своем творчестве писатель преодолевал все новые и новые духовные ступени и вел нас за собой. Русское самосознание включает особым пунктом, конечно, влияние слова. И литература всегда была очень значимым для самоопределения, самосознания русской нации. Последние века, конечно, я имею в виду.
И мой взгляд таков, что настоящая литература, она всегда православная. Это и есть вообще смысл литературного художественного творчества. Она преображает действительность. И эта цель, это преображение отражается именно в слове. Это не может быть не без Божьего какого-то дарования, потому что без дарования это преображение не может совершиться. Русская классическая литература выросла на не просто на христианстве, она выросла на православии, потому что отдельные писатели могли бы по-разному, вот даже великие писатели XIX века могли бы по-разному совершенно оценивать роль церкви, но ведь православие живет глубже в русском народе, чем даже церковная организация. Православие живет на генетическом уровне. Православие живет от князя Владимира, от княгини Ольги. В этом году открывается 13-я патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учрежденная в 2009 году Священным Синодом по инициативе святейшего патриарха Кирилла. Она не имеет аналогов в Русской Православной Церкви и других поместных церквей. Главная цель премии – поддержать, а порой и открыть для общественности тех писателей, которые в своих произведениях утверждают духовные и нравственные ценности. На протяжении этих лет лауреатами премии стали десятки художников слова, которые и книгами, и своей жизнью подают пример подвижничества. И сегодня можно с уверенностью утверждать, что за эти годы премия создала уникальное литературное сообщество мастеров слова, внесших значительный вклад в развитие русской словесности. Патриаршая литературная премия – это как раз история вот этой вот работы хорошо образованных, высокодуховных людей, которые действительно отбирают в нашей литературе, в том числе в современной литературе, все то, что может претендовать остаться в будущем, все то, что будет представлять ценность не просто как беллетристика для одноразового чтения, но как то, что будет формировать нашего гражданина, в том числе влиять на формирование будущих поколений. Эта премия в значительной степени просто такое ощущение, что мы бросаем семена, присуждая эту премию тому или другому автору. И эти семена уже превратились во всходы, мы даем всходам, но впоследствии они должны развиться в ту новую русскую литературу, которая станет преемницей классической русской литературы. В этом я вижу задачу премии – поощрять и возрождать отечественные традиции. Патриаршая литературная премия 2024 года неразрывно связана с великим русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным. В этом году мы празднуем 225-летие со дня его рождения. Его имя свято для каждого русского человека. Как пушкинское юношеское бунтарство, так и пушкинская зрелая строгость в отношении родины, чести, долга человека и гражданина стали эталонными для каждого живущего в России образованного человека. Значение наследия Пушкина сегодня многократно возросло. Что означает незнание Пушкина для русского человека? Оно, это незнание, фактически исключает человека из орбиты родной культуры, делает его сторонним, внешним наблюдателем, а если выразиться еще точнее, потребителем, а не носителем русской культурной традиции. Нам надо учиться Пушкину, вот так бы я сказала. Потому что Пушкин – это когда человек через метания, бури, соблазны, ошибки, огромным духовным усилием поднимается до божественного замысла о самом себе. Быть русским – это значит знать и любить Пушкина. Быть русским – это значит пытаться пройти ступени духовной эволюции так, как это сделал он. Вот уже два столетия Пушкин стоит у колыбели каждого из новых поколений русских людей. На его произведениях мы учимся любить и понимать русскую культуру. Один из первых создателей и русской поэтической сказки, и русского литературного языка, он и сегодня дарует нам живое, гармоническое нравственное чувство,
природе которого заложено и восхищение бескорыстием, и сострадание тяготам, и самое горячее стремление защитить безвинных. С Пушкина началось все. Кто-то из русских писателей уже Серебряного века очень хорошо сказал: по какой бы дороге литературной мы ни начинали идти, мы рано или поздно найдем вешку, забитую Пушкиным. Понимаете? То есть он, конечно, был таким вот всеобъемлющим талантом. Я всегда вспоминаю одно стихотворение Пушкина, которое кажется мне концентрацией и квинтэссенцией его религиозного сознания. «Два чувства равно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основана от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его». Величие человека он видел в самостоянии, а самостояние видел в обретении человеком религиозных убеждений, понятий и веры. 2024 год указом президента России объявлен в нашей стране годом семьи. На протяжении столетий традиционная семья считалась естественной и абсолютно необходимой для счастливого существования государства. Семейные ценности были непререкаемыми. Великий советский педагог Василий Сухомлинский говорил, что семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. Семья – это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции русского мира, имеющий ключевое значение для всех религиозных культур. Будучи самой главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и научает ее любви, доброте и состраданию, дает важнейшее нравственное представления и соответствующие ориентиры. Я считаю, что года семьи мало. Нужно век семьи. Нужен. Ну, потому что семья – это для людей церковных, понятно, создание малой церкви. Но даже если семейные ценности исповедуются, проповедуются в нецерковной среде, то все равно образ берется именно церкви. Это очень важная смысловая и структурная и метафизическая ячейка. Это прослойка. Неважно, бедная это или богатая, помогает ли государство или не помогает. Если есть церковные ценности, то все в порядке с этим родом, семьей, народом, нацией. Патриаршая литературная премия ежегодно поднимает самые насущные и животрепещущие вопросы и выделяет литераторов, внесших значительный вклад в развитие русской литературы, которые в своих произведениях раскрывают духовные и нравственные ценности для современного человека. В короткий список номинантов 13-го сезона Патриаршей литературной премии вошли поэт, прозаик, публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов. Писатель, публицист Анатолий Байбородин. Писатель, поэт, драматург Владислав Бахревский. Писатель, историк, религиовед, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин. Поэт, секретарь правления Союза писателей России Виктор Кирюшин. Писатель, публицист, член правления Союза писателей России Игорь Смолькин. Писатель Наталья Сухинина. Поэт, председатель Калужского регионального отделения Союза писателей России Вадим Терехин. Премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия носит высокое и почетное звание патриаршей с самого основания на протяжении всех лет ее существования. Премия существует и развивается под отеческим покровительством предстоятеля Русской Церкви. И мы видим, с каким вниманием и заботой святейший патриарх относится к книжной культуре нашего Отечества и содействует ее развитию на всем пространстве канонической территории Русской Церкви.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил свое первосвятительское приветствие участникам, гостям и многочисленным телезрителям церемонии вручения патриаршей литературной премии. И мы просим главу издательского совета Русской Православной Церкви, секретаря палаты попечителей премии митрополита Калужского и Боровского Климента огласить приветствие святейшего патриарха. Христос воскресе! Я сердечно всех приветствую в эти пасхальные дни и в дни, когда мы празднуем День славянской культуры и письменности, с этим важным событием, которое сегодня проходит, очередном нашем мероприятии вручения патриаршей литературной премии. И по поручению святейшего патриарха Кирилла я обращаюсь ко всем участникам, кто присутствует в этом зале и по телевидению смотрит, со словом его святейшества, которое он благословил меня огласить в этот день. Организаторам, участникам и гостям 13-й торжественной церемонии вручения патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ваше Высокопресвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, Христос воскресе! Сердечно приветствую всех вас в светлый пасхальный период на церемонии избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Роль словесности в жизни нашего народа сложно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что русская культура была и остается литературоцентричной. Этот факт не приложен даже сегодня, в век передовых информационных технологий и появления новых средств коммуникации. Наша культура созидалась словом, и мы с благодарностью воспринимаем подвиг святых солунских братьев, осуществивших первые переводы Священного Писания на славянский язык. Через достижения в области словесности, стимулировавшие мысль в различных сферах науки и искусства, российская культура активно развивается и ныне. Благодарю всех вас за важные и ответственные труды, а также значимый вклад, который вы вносите в отечественную литературу. Убедительно свидетельствуя своим творчеством о традиционных ценностях, о высоте христианского призвания, о красоте и истинности православной веры. Надеюсь, что талантливые произведения лауреатов Патриаршей премии будут и впредь помогать нашим соотечественникам делать правильный нравственный выбор и вдохновят на добрые свершения. Желаю вам крепкого здоровья, душевного мира и дальнейших творческих успехов. Благословение воскресшего Господа да пребывает со всеми вами. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Мы благодарим Его Святейшество за такие важные и глубокие слова. Уважаемые дамы и господа, мы переходим к процедуре голосования и избрания лауреатов Патриаршей литературной премии. На заседании Палаты попечителей 11 апреля был утвержден состав счетной комиссии 13-й церемонии избрания лауреатов Патриаршей литературной премии.
и мы готовы представить их вашему вниманию. Олеся Александровна Николаева. Поэт, прозаик, профессор Государственного литературного института имени Горького, председатель счетной комиссии. Михаил Дмитриевич Афанасьев, кандидат педагогических наук, директор Государственной публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации. Андрей Витальевич Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». Приглашаем уважаемых членов счетной комиссии пройти к приготовленным местам за столом. Пожалуйста. Уважаемые гости, в 2024 году были рассмотрены 68 заявок на соискание Патриаршей литературной премии от писательских организаций, епархий, синодальных отделов и литературных журналов. Прозаик, публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов. Если какие-то события, какие-то явления не нашли свое отражение в слове, тем более в художественном слове, а их как бы не существует ни в истории, ни в обществе. Войну отечественную мы не можем представить без песен, без великой литературы, без великого кинематографа, который тоже основан на литературе. Поэтому литература и самый высший вид литературы для меня, который гораздо энергичнее, гораздо всеобъемлющий, который уходит корнями вот в какую-то метафизическую глубину существования человека, это легенда. Легенда всегда сильнее факта. Владислав Артемов родился в селе Лысуха Березинского района Минской области. Вырос будущий поэт в детском доме. Затем окончил школу рабочей молодежи. Прежде чем прийти в литературу, пробовал себя в разных профессиях. Работал на станкостроительном заводе в Молодечно. Трудился художником-оформителем, дворником, экспедитором. Только после этого понял, что хочет связать свою жизнь с поэзией, поэтому поступил в Литературный институт имени Горького на курс поэта Льва Ашанина. После работал в журнале «Литературная учеба», затем в журнале «Москва». Дебютный сборник стихов Владислава Артемова «Светлый всадник» вышел в 1989 году и был тепло встречен читателями и критиками. К концу 90-х стал активно работать над прозой. В одной из своих первых повестей художник Верещагин исследовал проблемы морального и эстетического плана. В начале 2000-х годов создал цикл романов, объединенных одним главным героем – армейским офицером Родионовым. К Богу Владислав Артемов пришел уже в зрелом возрасте, хотя попытки познакомиться с Библией делал еще в юности, но каждый раз откладывал книгу. Однажды по работе ему надо было прочитать отрывок из Евангелия от Матфея. В итоге за день прочитал весь Новый Завет. И мир в одночасье изменился. Я жил на плоской земле, и вдруг я понял, что не солнце над землей ходит. Ну, совершенно другой мир я увидел, по-другому. Это не значит, что я стал жить по-другому. Вот меня это тоже не то что удивляло, но парадокс такой, что ты вдруг понимаешь, что есть вечная жизнь, есть Бог, есть Христос, был распят и воскрес. Через неделю Владислав отправился в Оптину пустынь, где помогал восстанавливать монастырь. Впервые там исповедался и причастился. Владислав Артемов продолжает активно работать. Вот уже 12 лет он возглавляет редакцию журнала «Москва». Пишет стихи, художественную прозу и книги по истории культуры. Владислав Артемов – лауреат многочисленных литературных премий, таких как премия имени Афанасия Фета, имени Сергея Есенина, имени Александра Суворова и премии «Югра» за роман «Император Бубенцов» или «Хромой змей». Я совсем по-другому понимаю вот выражение «Булгаковская рукописи не горят». Ты сжигай, не сжигай, ты с этим придешь. Ты с этим придешь туда, на страшный суд. Это ты создал, ты, не знаю, это в тебе живет.
какая-то вот это твой мир, который ты создал. И поэтому главный мой принцип как редактора, как писателя – врачебный, не навреди. Я хочу, чтобы мою книгу мог взять, не знаю, ребенок 12-летний, читать, и чтобы у него никаких не было вот после нее искажений в душе. Писатель, публицист Анатолий Байбородин. Писатель, он как священник, который и сила проповеди которого в его исповеди. То есть там очень сильное начало исповедальное и проповедническое начало. Это вот в моем понимании самое высокое назначение писателя. Вот я поэтому всегда за ту литературу, которая не только даже воспитывает человека, а которая дает ему познание в истории Отечества, в истории своего родного народа, а более того, что и желательно, в ретроспективе веков. Анатолий Байбородин родом из Бурятии, село Сосново-Озерское. Родился в семье забайкальских крестьян. Окончил Иркутский государственный университет, отделение журналистики. Работал в областных и сельских газетах. Свой первый рассказ «Двое на озере» написал еще в студенческие годы. Его опубликовали в газете «Литературная Россия». Предисловие к рассказу написал советский писатель, представитель деревенской прозы Валентин Распутин. Проза и публицистика Анатолия Байбородина публиковалась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Сибирские огни», «Москва», «Берега». Автор книг, вышедших в издательстве «Вече», «Не родит сокола сова», «Озерное чудо», «Деревенский бунт», «Боже мой». Я худо-бедно все же продолжатель традиций знаменитой деревенской прозы. Это Абрамов Федор, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Личутин, ну и другие. Я все равно продолжатель этой традиции. И коль скоро я все же 20 лет прожил в Забайкальском селе, за 300 верст от Улан-Удэ, там, на северо-востоке. А детские впечатления, они самые сильные впечатления, поэтому изрядно у меня сочинения посвящены селу. Читатели неизменно проникаются добрыми чувствами к героям, которых создал Анатолий Байбородин. Ведь и сам автор сопереживает им, всегда выбирая высоконравственные решения самых непростых задач. Анатолий Байбородин – обладатель многочисленных премий, в их числе Большая литературная премия России, премия «Золотой Дельвик», Национальная премия Валентина Распутина первой степени, премия имени святителя Иннокентия Иркутского, а также номинант Патриаршей литературной премии 2021 года. Литература – она как топор. Можно голову отсечь, вот так злодейски. Этим же топором можно построить храм, спасающий душу. Вот христианство, православное христианство, я уточню, оно как бы вложило в руки, ну, старается вложить в руки писателя топор, которым можно построить храм, но ни в коем случае никогда не отсечь голову человеку. Писатель, поэт, драматург Владислав Бахревский. Литература дает человеку осмысление своего места в жизни. Она дает ему ориентиры, как жить, ради чего жить. И для нашей, то для русской литературы, для детской литературы. Это воспитание в человеке человека, любящего Бога, человека, любящего свою землю, человека, любящего свое слово и преданного всему этому родине, Господу, народу своему. Вот что это такое литература. Владислав Бахревский родом из Воронежа. Окончил Орехово-Зуевский пединститут.
На третьем курсе написал повесть «Мальчик с Веселого», где рассказал о своем детстве, становлении, открытиях. Период жизни, изображенный писателем в этом произведении, стал определяющим. В 1967 году он написал свою первую историческую повесть «Хождение встреч солнцу», которая была названа лучшей книгой года и удостоена премии Госкомиздата РСФСР. Детская литература занимает особое место в творчестве Владислава Бахревского. Его произведения помогают маленьким читателям сделать правильный выбор между добром и злом. Сложный выбор, который всю жизнь стоит перед человеком. Особенно в тот момент, когда различия их не так очевидны. Благодаря семье к Богу Владислав Анатольевич пришел довольно рано. Дед писателя – священник, последователь патриарха Тихона, погиб в лагере. Ну, у меня в Рязанщине, ну, в Старожилове стояла церковь, там пекли хлеб. Но я подходил к этому и уже даже не знаю еще толком ничего. Это было свято. А потом приехала моя тетя, ну, старшая сестра моей мамы. Они пережили оккупацию в Воронеже. Она была религиозная. И я узнал первые молитвы. Ну и все, я всегда был, в общем, с Богом. Владислав Бахревский всегда выступал за сохранение, а в наше время за возрождение старых русских сказок, в которых заложены глубинные смыслы, помогающие с первых лет жизни направить маленького человека идти дорогою добра. Владислав Анатольевич много писал о вере, о святых подвижниках русской земли. Героями его произведений стали Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Сава Острожевский, провидец Иринарх. Романы «Тишайший», «Никон», «Авакум», «Страстотерпцы», «Столб» посвящены трагическому периоду – церковному расколу в Русской Православной Церкви. Владислав Бахревский написал две книги для популярной серии «Жизнь замечательных людей» – «Виктор Васнецов» и «Савва Мамонтов». Писатель не раз удостаивался высоких премий, таких как «Пушкинская капитанская дочка», Александра Грина, Александра Невского, Петра Ершова. Дважды был номинантом Патриаршей литературной премии в 2012 и 2021 годах. Может быть, я не сразу пришел к этому, а вот сейчас, наверное, стал понимать, чем я занимаюсь в этой жизни. Это служение слову, служение России, народу, ну и главное – служение детям, потому что у меня много романов исторических, но главное мое достоинство литературное – это вот то, что я могу разговаривать с детьми, и они хотят читать мои книги даже сейчас. Писатель, историк, религиовед, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин. Литература – это искусство, а искусство – это красота. То есть, в первую очередь, вот искусство – это творчество, то, без чего человек не может, то, чем человек отличается, собственно, от всего остального материального мира. То, что человек – он творец, и человек – он творит. Может творить красоту. Александр Дворкин родился в Москве. Его отец был инженером, а мать работала в Институте русского языка Академии наук СССР. Ею был составлен известный словарь «Слитно или раздельно» и многие другие словари. Выросший в любви к русскому слову, Александр поступил в Московский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Правда, закончить его не получилось, поскольку Александр увлекся движением хиппи, за что был отчислен из вуза. Из-за того, что будущий писатель категорически отказывался соответствовать образу советского человека, его вынудили покинуть страну, и Александр эмигрировал в США. Именно в этой стране Александр Дворкин крестился. Ему тогда было 24 года. С тех пор, может быть, кроме нескольких воскресений, когда я был тяжело болен, не было воскресенья, когда я не был в церкви. И церковь для меня – это
самая важная часть моей жизни. Даже я не могу сказать, что это часть моей жизни. Это просто вот, это я в церкви живу, и вне церкви существования я не вижу. То есть это вне церкви, вне церковных таинств, вне причастия, вне жизни в церковной общине, вне богослужений. То есть это вот все абсолютно мое, это моя стихия. В США Александр Дворкин прожил почти 15 лет. Закончил университет, православную духовную академию, где учился у знаменитых богословов отца Александра Шмемана и отца Иоанна Мейендорфа. Получил степень доктора философии, преподавал, служил алтарником в разных православных храмах. Александр занимался литературой, много писал. После 5 поездок на Афон написал книгу «Афонские рассказы». В 1991 году вернулся в Россию, где занялся очень сложной темой тоталитарных сект. В своем автобиографическом романе «Моя Америка» автор поделился личным опытом прихода в православие. 4 тома Александр Дворкин посвятил эпохе крестовых походов. Большое исследование неоязычества стало основой еще одной книги автора. Его очерки по истории Вселенской Православной Церкви были признаны лучшим учебным пособием на открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу». Писатель всегда обращается к самым важным темам, к вопросам, которые занимают умы людей. Александр Дворкин был отмечен многочисленными наградами, в том числе орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, орденом благоверного князя Даниила Московского и орденом преподобного Сергия Радонежского. В 2023 году Александр Дворкин вошел в короткий список патриаршей литературной премии. В том, что я пишу, я как раз пытаюсь вернуть вот этих самых тех людей, реальных исторических деятелей, реально живших людей, вернуть и сделать их, ну, немножко более знакомыми, чтобы люди тоже могли познакомиться с ними, для того, чтобы читатели могли взять с них пример или, наоборот, не взять с них пример. И вот это вот моя литературная задача – это, можно сказать, возвращение таких людей. Я думаю, что у русской литературы большое будущее, хотя бы потому, что такая вот судьба у нашей страны, что мы постоянно переживаем какие-то времена судьбоносные, часто трагические, вот так, как это происходит сегодня, переломные времена. И здесь без слова, без литературы, без поддержки вот русской литературы не обойтись и победу не одержать в той борьбе, которая вот идет сегодня. Борьбы света с тьмой, добра со злом. Виктор Кирюшин родился в старинном русском городе Брянске. Стихи начал писать рано. Первое произведение было напечатано в районной газете. Виктор тогда учился в 7 классе, потом публиковался в журнале «Пионер». После службы в армии поступил на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в заводской многотиражке на Брянском машиностроительном заводе. В газетах «Брянский комсомолец», «Брянский рабочий», в журнале «Молодая гвардия». Дослужился до поста главного редактора книжного издательства «Молодая гвардия», одного из самых крупных издательств в СССР. Несмотря на активную жизнь, никогда не переставал писать стихи, при этом следуя традициям национальной культуры. Первый сборник поэзии «Стезя» вышел в 1987 году и был отмечен премией Ленинского комсомола в области литературы и искусства. К Богу Виктор Кирюшин пришел довольно рано, хотя вначале и неосознанно. Меня в церковь привела моя бабушка. Нас многих бабушки привели в свое время в церковь. И, конечно, может быть, и учиться она, и учила молиться, и учила вот каким-то заповедям христианским. И всю жизнь я старался придерживаться, насколько это возможно, слаб человек, но все-таки старался как-то жить по этим заповедям. Поэтому для меня это не просто дорого, а мне представляется, что по-другому русский человек жить и не может, и не должен.
Виктор Кирюшин – обладатель многочисленных премий в области литературы, как советских, так и российских. В 1989 году поэт получил премию Ленинского комсомола. В 2023 году был удостоен «Золотого Витязя» приза Международного славянского литературного форума. В 2024 году отмечен медалью Пушкина и премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Виктор Кирюшин выпустил несколько сборников поэзии, которые были благожелательно встречены читателями и критиками. «Чередование тьмы и света», «Накануне снега и любви», «Неизбежная нежность», «Ангелы тревоги и надежды», «Облака над садом». В стихах Кирюшина автор-герой дорожит жизнью, видя в ней промысел Божий. Для него не существует различия между великим и обыденным. Он показывает большое на малом материале. Знаете, я никогда не задумываюсь, на какую тему там, написать. Тему подсказывает сама жизнь. Когда ты живешь жизнью своей страны, своего народа, переживаешь те события, которые происходят, собственно, в этом и состоят вот подсказки. Мне случалось несколько раз побывать, ну, как говорится, за ленточкой там на Донбассе и так далее, встречаться с нашими бойцами, с ребятами, которые там на передовой. И невозможно не восхищаться их мужеством, их преданностью. Собственно, и стихи рождаются из этого восхищения и из благодарности, конечно, к ним. В частности. Писатель, публицист, член правления Союза писателей России Игорь Смолькин. «Вечное блаженство, — напоминал отец Валентин, — даром не дается. Для этого надо человеку подъять великие труды. Даже на земле мы видим, что люди получают награды за какие-то заслуги. А за награды небесные, вечные, много следует потрудиться, поститься, каяться, творить дела милосердия, подвязаться в выполнении заповедей Божиих». Игорь Смолькин родился в Пскове. Первые рассказы стал писать еще в детстве. Но специальность поначалу выбрал все же техническую, получив образование в Политехническом институте. Будучи студентом, продолжал сочинять рассказы, стихи, печатался в стенгазете. К 25 годам окончательно осознал, что жизнь свою хочет посвятить литературному труду, и пошел работать в районную газету. В начале 90-х судьба свела Игоря Смолькина с протоиереем Николаем Гурьяновым, архимандритом Львом Дмитраченко, архимандритом Иоанном Крестьянкиным и протоиереем Валентином Мордасовым, которые благословили его на писательский путь. «Батюшка благословил меня заниматься созданием толстого православного календаря с поучением на каждый день, которому мы дали название «Год души». Я давно думал о работе над таким календарем, но сомневался, справлюсь ли, хватит ли мне для этого сил, на что батюшка отвечал, что жаждущему, стоящему у реки, нет необходимости выпить всю реку, но столько, сколько необходимо для утоления жажды. Первый выпуск календаря вышел уже после батюшка блаженной кончины в 99 году. И с той поры я, исполняя батюшкино благословение, иду по этому пути. И каждый год появляется новый календарь «Год души», которых на сегодняшний момент уже вышло 26, тиражом более миллиона». У Игоря Смолькина больше 20 книг прозы. «Делатель правды», «Не хлебом единым», «Врутся твои, Господи» и многие другие. В своих произведениях автор призывает читателей стать лучше, справедливее, мудрее и сильнее. Вдохновляет раздвинуть серые стены обыденности, дабы увидеть путь спасения и понять, что чудо живет в душе каждого человека. Нужна только вера. Игорь Смолькин – обладатель многочисленных литературных премий имени Сергея Нилуса, имени Александра Невского, имени Михаила Алексеева, имени братьев Киреевских, имени Расула Гамзатова, имени Федора Достоевского и других. В 2023 году Игорь Смолькин был награжден патриаршим знаком за вклад в развитие русской литературы. С 2012 года является председателем жюри Всероссийской литературной премии имени Николая Лескова «Очарованный странник». Я хотел бы пожелать, чтобы каждый автор использовал всю силу, всю энергию своего дарования, все свои навыки, умения для того, чтобы
хотя бы искры заранить в сердце каждого читателя вот эту созидательную силу пушкинского слова, пушкинскую великую любовь к России. Если жить и творить писателю с такими именно побуждениями, то, наверное, и русская литература никогда бы не сошла с магистрали великого классического русского наследия и оставалась бы, по сути, своей христианской, поскольку в другом виде русская литература существовать и не может. Писатель Наталья Сухинина. Церковь – это при всем при том, это прежде всего наш воспитатель. Мы свои поступки сверяем по тому, угодно ли это Богу, значит, угодно ли это церкви. Поэтому это очень ответственно. Это вообще самое главное, наверное, что мы можем соответствовать этому званию, быть христианином, быть православным христианином. Наталья Сухинина родом из города Химки Московской области. С детства ее увлекало все, что было связано с писательством. Но выбрала Наталья прикладную профессию – журналистику. После окончания МГУ имени Ломоносова успешно работала в различных советских периодических изданиях, в том числе в «Советской армии», в журнале «Работница», в газетах «Социалистическая индустрия», «Рабочая трибуна». Профессия открывала для нее большие возможности общения с людьми, путешествий по родной стране и миру. В 1990 году, как журналист, отправилась в паломничество на Святую Землю. Благословил ее Алексей II, который незадолго перед этим был избран на патриарший престол. Часть пути Наталья шла пешком, часть на попутках. Морскую часть пути проплыла в качестве буфетчицы на корабле. В дороге писала очерки, которые с колес публиковались в газете «Рабочая трибуна». В результате журналистский эксперимент завершился полной сменой мировоззрения. Когда я вернулась из Иерусалима, уже очень многое поняв, вот у меня было такое ощущение такой вот прибранной квартиры, такой, ну, можно сказать, генеральной уборки в квартире. И это такая благодать, Господь же всегда дает благодать вот неофитам, да, вот когда человек неофит, то это такое счастье. Потом, конечно, потихонечку нагружаешься. Но я вспоминаю это как такую очень радостный такой период в моей жизни, вот моего церковления. Я считаю, что много времени упущено зря, но ничего же не поделаешь, так получилось. По возвращению из Иерусалима, по личному признанию, хотела просто торговать свечками в храме, но духовник благословил писать. И она начала писать рассказы и очерки о православии. Многочисленные публикации выходили как в светских, так и в православных периодических изданиях. 7 лет Наталья работала экскурсоводом в Троице-Сергиевой лавре. В 2000-е годы возглавила издательство «Святая гора», главной целью которого было познакомить российского читателя со старцем Паисием Святогорцем. Последние 20 лет полностью посвятила себя писательству. Путевые заметки о том первом паломничестве на Святую Землю позднее были изданы книгой под названием «Дорога, ставшая судьбой». Книги Натальи Сухининой неоднократно отмечены дипломами открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу». Кроме того, она номинант Патриаршей литературной премии 2013 года и отмечена Святейшим Патриархом Кириллом орденом преподобной Ефросинии Московской. Мы все, в большей или меньшей степени, мы все воспитаны, в общем-то, на литературе. Наверное, у каждого из нас есть любимый писатель, который на нас повлиял. Может быть, мы даже как бы это еще и не осознаем, и для себя не сформулировали все, может быть, это и не надо. Но невозможно себя, вот какие-то вот свои поступки, да, которые мы совершаем, это их невозможно совершенно отделить от литературы. Поэт, председатель Калужского регионального отделения Союза писателей России Вадим Терехин. В искупительном огне, где проходит жизнь земная, Боже, ты всегда во мне. Только я себя не знаю, я с туманной душой, непонятный, многоликий, сам себе во всем чужой. Только ты один великий. Я прошу наедине
под уютным сводом храма. Расскажи мне обо мне, как когда-то в детстве, мама. Убеди, что быть добру, и заставь поверить чуду в то, что весь я не умру и с тобою вечно буду. Вадим Терехин родился в поселке Песочинском Тульской области. Детство провел в Калуге. После школы закончил Казанское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала артиллерии Чистякова. По распределению был направлен для дальнейшего прохождения службы на космодром Байконур. После ее окончания работает в сфере литературы, культуры, искусства и кинематографии. Но, как подчеркивает сам Вадим Федорович, кем бы он ни был, он всегда чувствовал себя поэтом. Поэтические пристрастия Терехина сформировались после 20 во время службы на Байконуре. Он поступил в Московский литературный институт имени Горького. Публиковался в антологии поэзии «20 век», «21 век», в журналах «Наш современник», «Аврора», «Русская провинция», «Подъем», роман-журнал «21 век» и многих других. Первые шаги к Богу сделал благодаря семье. Бабушка мне периодически читала Библию. Я не воспринимал это, конечно, как церковную литературу тогда, но, что называется, сознание мое наматывало вот эти знания определенные. И уже будучи взрослым человеком, я понял, что в жизни нужна какая-то опора для тебя самого. И опору ничто не давало, никакая идеология не давала опору. Все время ты на что-то пытался чем-то заниматься, что-то читать, и все время это какая-то пустота, пустота, пустота. И тут я стал серьезно читать, ну, сначала Библию, книга книг – это Библия, да? И, вы знаете, стало легче жить. То есть там появились ответы на вопросы, на которые я сам себе не мог дать. С творческими поездками Вадим Терехин посетил Бахрейн, Вьетнам, Индию, Китай, Сирию, Эмираты. Его стихи переводили и продолжают переводить на разные языки мира. Кроме того, он организатор ежегодных литературных праздников в Тарусе, Калуге и городах Калужской области. Создатель выставки «Неизвестный Леонов» и конкурса молодых писателей «Большие надежды». Член Координационного совета международного поэтического движения «Мир без стен», в котором участвуют 170 стран мира. Участник и один из организаторов крупнейших литературных фестивалей в разных странах мира. Вадим Терехин неоднократно сам становился лауреатом всевозможных конкурсов и премий, таких как премия «Отчий дом» имени братьев Киреевских, имени святителя Кирилла Туровского, премии Центрального федерального округа в сфере литературы и искусства и престижнейших премий Индии, Китая, а также стран Азии и Латинской Америки. Кроме того, Терехин был дважды отмечен призом «Золотой Витязь» в номинации «Поэзия и переводы». Слово очень вещь такая двоякая. Слово можно убить человека, слово можно поднять человека на небывалую духовную высоту. И поэтому на человека, который обладает словом, и который может с ним обращаться, лежит огромная ответственность, как он свой дар употребит, во благо человеку или во вред человеку. Ведь есть же и талантливые авторы, которые разрушают этот мир своими произведениями, но есть талантливые авторы, которые поднимают этот мир. И я думаю, что вот каждый человек умрет, и он окажется или в аду, или в раю. Да? А вот с моей точки зрения, писатель, если умрет, он окажется в мире своих произведений. Потому что сказано, то, что связано на земле, разрешится на небе. Благодарим. Голосование завершилось. Сейчас будут объявлены имена избранных лауреатов Патриаршей премии. Просим уважаемых писателей выходить на сцену при объявлении вашего имени. Но прежде позвольте зачитать протокол. Протокол результатов тайного голосования членов Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2024 год. Москва, Храм Христа Спасителя,
зал церковных соборов, 28 мая 2024 год. Палата попечителей Патриаршей литературной премии включает в себя 33 человека. 28 мая 2024 года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя на торжественной церемонии вручения Патриаршей литературной премии в процедуре голосования приняло участие 19 членов Палаты попечителей. Для голосования Палаты попечителей были предложены следующие имена. Артемов Владислав Владимирович. Байбородин Анатолий Григорьевич. Бахревский Владислав Анатольевич. Дворкин Александр Леонидович. Кирюшин Виктор Федорович. Смолькин Игорь Александрович. Сухинина Наталья Евгеньевна. Терехин Вадим Федорович. Данные имена были внесены в бюллетени для голосования по кандидатам в лауреаты Патриаршей литературной премии. Было выдано 19 бюллетеней. После голосования было сдано 19 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет. Счетная комиссия. Николаева Олеся Александровна, председатель. Афанасьев Михаил Дмитриевич. Василевский Андрей Витальевич. Сейчас будет объявлено, объявлены результаты, но я хотел бы, знаете, вот когда сидел тут, пришла мне мысль немножко поделиться с вами. Никто не знал, как пройдут голосования. За кого дадут сколько голосов? И я даже не знал, когда увидел протокол. Для меня интересно даже было. Если в том году Святейший Патриарх после голосования отметил, что из трех им помеченных только один стал лауреатом, я тоже не всех смог угадать. Вот это у нас такая демократия. Но все, кто был внесен в список, достойные люди. Я даже сидел и думал, как нам сделать, но мы не можем нарушить положение. Потому что каждый из 8 человек, который был назван здесь, они внесли большой вклад в развитие русской литературы. Их книги читают. По их книгам ориентируются в жизни. Они подсказывают людям. Я хотел бы поблагодарить всех писателей. И те, которые участвовали сегодня, как номинанты. Те, которые присутствуют здесь. Не будем останавливаться. Будем дальше нести доброе, хорошее слово в нашу жизнь. Еще раз всем спасибо. Я прошу объявить результаты. С удовольствием. Лауреатами 13-го сезона Патриаршей литературной премии стали Артемов Владислав Владимирович.
все-таки неожиданно. Вот поэтому, извините, если немножко сумбурно буду говорить, но в принципе вот все, что здесь мы и люди, все, которые выступали вот в этих, ну, в этих кадрах, мы мыслим примерно одинаково. Вот Терехин Вадим очень, он практически мои мысли говорил, что слово – это такая субстанция, такая удивительная, необъяснимая, которая обладает огромной энергией, огромной силой, непонятно откуда, как она. Она обоюдоострая сила, ей можно и созидать, но можно и разрушать. Вот мы все, и эта премия, как бы она поддерживает людей, которые созидающие. И я всю жизнь старался, вот, и Серёхин очень верно сказал, это давняя моя мысль, что все писатели будут жить в мирах, которые они сами создавали на земле. Ну, недаром сказано в Евангелии даже отдельно, что за каждое слово человек придется человеку отвечать. Не сказано отдельно, что за дела, да, потому что дела могут там еще... А слово – это уже такой отпечаток. Ты, произнося слово, за ним стоит образ, и он всегда впечатывается в душу человека. Каждая книга, каждое слово, праздное или не праздное, оно все равно, ты можешь даже, кажется тебе, что ты забыл впечатление, но оно в тебе остается, оно тебя формирует, оно тебя направляет в жизни. Вот. Ну, спасибо, конечно, святейшему патриарху Кириллу, спасибо владыке Клименту, спасибо всем вам. Что сказать еще? Лауреатом 13-го сезона Патриаршей литературной премии стал Бахревский Владислав Анатольевич. Анатольевич приболел, и это его сын принял все знаки благодарности за труды. Лауреатом 18-го сезона Патриаршей литературной премии стал Кирюшин Виктор Федорович. Я счастлив. Нет слов. Для меня Патриаршая литературная премия сегодня самая значимая, самая высокая в России. Испытываю, конечно же, счастье и ответственность. Ответственность перед русской литературой, перед нашими предшественниками, перед читателями. Будем жить, будем творить. Спасибо.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, номинанты короткого списка награждаются патриаршим знаком за вклад в развитие русской литературы. Патриаршего знака и грамоты удостоена Сухинина Наталья Евгеньевна. Также патриаршего знака и грамоты удостоен Терехин Вадим Федорович. Мы приглашаем на сцену писателей, которые стали номинантами короткого списка патриаршей премии и уже были отмечены патриаршим знаком в прошлые годы. Байбородин Анатолий Григорьевич. Дворкин Александр Леонидович. Смолькин Игорь Александрович. Мы просим уважаемых лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии приготовиться для общей фотографии. И мы просим вас, Владыка, обратиться с напутственным словом к гостям церемонии награждения лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии. Христос воскресе! Я от лица всех присутствующих и тех, кто смотрит по телевидению, сердечно поздравляю всех наших и лауреатов Патриаршей литературной премии 2024 года и те, которые были номинанты короткого списка за ваши труды. Во-первых, вы стали номинантами и вы стали лауреатами. И это очень важно для нас, потому что Церковь признает ваши труды. Церковь считает ваши труды полезными. И то, что вы несете слово, доброе слово, красивое слово, сохраняете культуру и традицию слова, которые создали равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, и из того славянского языка, как из колыбели, вырос наш современный русский язык. Благодаря
трудам, подвигам и Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, писателей Серебряного века, те, кто сохранял русское слово в советское время и кто сейчас стремится донести слово доброе, красивое, слово учащее жизни до читателей. Спасибо вам. А мы же должны все выразить благодарность чтением книг. Давайте, друзья, будем читать. Все читать. Семьей читать. Во-первых, книга объединит нас и в семье, и в обществе. Книга поможет нам решать те вопросы, которые стоят как личные, так и перед всей нашей страной. Начинать надо читать с Евангелия. И обязательно читать Евангелие каждый день. И читать не просто закрывшись в комнате своей, а читать вместе с детьми, читать вместе с внуками, читать с семьей, читать и нашу русскую классику, и современных писателей. Вот был показан прекрасный фильм. Я хотел бы поблагодарить тех работников, мы их не видим здесь, а готовили вот это вручение, люди полтора месяца. Они объезжали разные места, встречались с нашими номинантами, сидели в своих кабинетах, там составляли вот этот фильм, два фильма, которые мы видели. Чудесные фильмы. Спасибо им. Я скажу, что этот фильм будет вывешен на сайте издательского совета, его можно будет посмотреть. Он информационный, он богатый, он насыщенный. Он говорит о людях, которых мы не видим, а они работают на нас. Писатель отдает своему произведению всю свою жизнь. И день, и ночь он думает о том произведении, которое он пишет. А для чего он пишет? Чтобы мы стали лучше, Россия стала крепче, и люди жили здесь радостнее и были счастливые. Спасибо вам. Христос воскресе! Воистину воскресе! Благодарим вас, ваше высокопреосвященство, и просим вас от лица писательского сообщества и гостей сегодняшней церемонии передать слова благодарности святейшему патриарху Московскому и всей Руси Кириллу за поддержку отечественной литературы и внимание к писательскому труду. Мы благодарим всех писателей, которые, несмотря на непростые условия, остаются преданы высоким идеалам русской литературы. Да хранит вас Бог!
Уважаемые гости, программа сегодняшнего вечера продолжается. Во второй части нашего праздничного вечера, в преддверии Дня русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, вы увидите и услышите оперу Петра Ильича Чайковского. По роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». В исполнении артистов и музыкантов Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Среди различных жанров профессиональной музыки 18 и 19 веков именно опера становится наиболее развитым и наиболее массовым видом музыкального искусства. Привлекает к себе широкую аудиторию, лучшие творческие силы. Стали исполняться песни и музыка российских авторов. В репертуарах театров появились пьесы, постановки, спектакли отечественных писателей и драматургов. Уважаемые зрители, сейчас мы прикоснемся к атмосфере времен Александра Сергеевича Пушкина и Петра Ильича Чайковского. Русскую классическую литературу невозможно представить без столь выдающегося писателя всех времен, как Александр Сергеевич Пушкин. В этом году исполняется 225 лет с его дня рождения. Нет сомнения, что Александр Сергеевич является гением русской литературы, одной из самых выдающихся и уникальных личностей в истории нашего государства. Пушкин внес в русскую литературу очень важные для каждого человека ценности. Он воистину является одним из самых знаменитых русских поэтов, прозаиков и историков. Как в нашей стране, так и во всем мире слог Пушкина считают высшим проявлением литературного искусства. Сегодня Александра Сергеевича можно назвать символом не только русской литературы, но и русской и мировой культуры в целом. Александр Сергеевич сотворил величайшие и незабываемые произведения, среди которых особое место занимает роман в стихах «Евгений Онегин», одно из самых многогранных творений гения. В этом году исполняется 145 лет с момента первого исполнения оперы Петра Ильича Чайковского по роману «Евгений Онегин». За 145 лет через Онегина прошло несколько поколений оперных певцов и дирижеров. Каких только порой самых радикальных режиссерских решений не знала эта опера. Но мог ли себе представить Чайковский, что его «Онегин», написанный для спектакля Московской консерватории, станет самой исполняемой в мире русской оперой? Гениальное произведение «Евгений Онегин» приобрело новое звучание в творчестве Петра Ильича Чайковского. Во времена Чайковского и Пушкина существенный вклад в просвещение и образование вносило познание литературы и музыкальной культуры, так как именно здесь происходит соприкосновение личности с общечеловеческими ценностями. Это позволяет человеку раздвинуть границы собственного мира, совершенствовать свои способности и возможности. Произведения разбивают границы своего времени, живут в веках, зачастую большей жизнью, чем в своей современности. Хочется сказать несколько слов про некоторые особенности общения в те времена. Важной частью культуры того времени являлись балы. Ах, что такое бал? Немножко про историю возникновения этой удивительной и прекрасной традиции. С удовольствием, Алёна. В 1718 году указом Петра I были учреждены ассамблеи, ставшие первыми русскими балами. В то время бал являлся элементом западноевропейской культуры и искусственно прививаемой формой нового социального общения. Мероприятия и празднования совершались в виде ассамблей, непременно в присутствии государя. Танцевальная часть была обязательной. Форма проведения торжества, которая сложилась в эпоху Петра I, сохранялась еще долгое время. Богослужение, прием, праздничный обед, бал,
И куда же без фейерверка? На протяжении 18-19 веков балы все прочнее входили в русский обиход. И вскоре перестали быть принадлежностью только дворянского образа жизни, проникнув во все слои городского населения. В 19-м, начале 20 века балы были не просто развлечением, но и местом для неформального общения. Эти вечера с танцами и музыкой предполагали совершенно иной тип общения. Здесь на время забывали о чинах, а общество делилось лишь на дам и кавалеров. В танцы они порой выбирали свою судьбу, обменявшись просто взглядами, словами, записками. На балу значение придавалось всему – и случайно оброненному платку, и очередности выборе партнеров, и опущенному взгляду. Один из таких знаков мог стать поводом для свадьбы или для вызова на дуэль. Роща, цветущая в деревьях, море света – тысячи свечей, играющих в хрустальных алмазах. Ах, бесчисленное отражение в зеркалах! Жизнь Евгения Онегина в романе Пушкина похожа на пестрый калейдоскоп, в котором беспрерывно чередуются всевозможные удовольствия, в том числе и балы. В своем романе, в стихах, Александр Сергеевич создал многогранный портрет современной ему эпохи, ее нравов и обычаев. Роман состоит из мельчайших подробностей быта, воззрений и воспитания людей. Строки Пушкина наполнены звучанием. Он ярко описывает балы и танцы в своем романе. Вспоминаются слова из романа. «Кругом и шум, и теснота, бринчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам по их пленительным следам, летают пламенные взоры». И ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. Этикет бала подразумевал владение участниками многих видов танца. Танцы следовали один за другим в строгом порядке. До нашего времени сохранились такие танцы, как полонез, гавот, вальс, полька, экассес, кадриль и мазурка. Проведение балов отличалось повышенной торжественностью, строгим этикетом, классической музыкой. Весь свет культурного общества приглашался на бал, составлявший значительное событие в жизни каждого образованного человека. Таким образом, балы становятся обязательной частью жизни просвещенной России. И были они не только лишь развлечением для знати, а имели государственное значение. Они служили прославлению страны. Ну и, конечно же, самым всеми ожидаемым танцем был вальс! Вальс является одним из наиболее известных и популярных танцевальных стилей. Его грациозные движения, элегантная музыка и романтическая атмосфера – все это уже много лет делает его одним из самых притягательных танцев в мире. Середина 19 века стала золотым веком вальса. Вальсом в то время называли танец с партнером, при этом пары вращались по залу, делая продолжительные шаги и вальяжные движения. Музыка для вальса тогда писалась специально для этого танца. И не случайно Чайковский культуре танца уделял особое значение. Пройдя все испытания, этот танец покорил весь мир и до сих пор остается символом балов, выпускных и свадеб. И именно вальс стал неотъемлемой частью культуры разных стран и наследием наших предков. Вальс – это не просто танец, это история, которую мы проживаем каждый раз, когда кто-то ступает на паркет и позволяет своим сердцем звучать в ритме его музыки. И как раз музыка Чайковского погружает нас в то время и помогает прочувствовать колорит
эпохи. Вспоминается удивительная история создания оперы Чайковского. Весной 1877 года певица Елизавета Лавровская, добродушно улыбаясь, предложила композитору написать оперу на сюжет Евгения Онегина, как позже делился Чайковский с братом Модестом. Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался. Потом начал находить мысль Лавровской возможной. Потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой. Перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Первая постановка оперы «Евгений Онегин» состоялась еще в марте 1879 года в Малом театре. С 1881 года популярность оперы стала стремительно расти. Через несколько лет опера обошла все крупнейшие русские сцены. И еще при жизни композитора была поставлена в Праге и Гамбурге. Невероятный успех Евгения Онегина. Некоторые музыкальные критики объясняют внутренним состоянием композитора, в котором он находился, сочиняя бессмертную оперу, насыщенную огромной творческой силой, любовью к жизни, но при этом связанную с теми настроениями разочарования и смятения, которые переживал сам композитор. Если была когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к сюжету и к действующим лицам одного, то это музыка к Онегину. Я таял и трепетал от невыносимого наслаждения, когда писал ее, признавался Петр Ильич. И великое счастье, что творческий симбиоз двух гениев Пушкина и Чайковского подарил миру величайшую оперу «Евгений Онегин». Чайковский преклонялся перед Пушкиным. Его знание жизни, характера русского человека, тонкое понимание русской природы, музыкальность стиха вызывали у композитора восхищение. Пожалуй, самое время пригласить вас на вальс. Позвольте. Балы остаются в шумном, суетном городе, а Пушкин в романе описывает русскую деревню, деревенский пейзаж, где главным лейтмотивом приют спокойствие. В своем романе он гармонично рассказывает и старается показать всю красоту российской глубинки, деревни, широту русской души. Вода – зеркало красоты, вечно созидающееся в нашей неисчерпаемой вселенной. И слава той стране, которая нашла для своего лика могучую реку. Во всем мире Волга издавна почитается как символ России. Любовь к этой реке русского народа настолько велика, что многие авторские песни стали народными. Как в народном фольклоре, так и в творчестве писателей, поэтов и художников с любовью описывается тема Волги-матери, Волги-кормилицы. Для русского человека Волга – это сама жизнь. Thank you.
Бескрайние просторы российской глубинки, широта и щедрость сельских праздников, изысканные танцы и долгие беседы, основанные на доброжелательности и доверии, песни, проникающие глубоко в душу, услаждающие слух и ласкающие сердца. Все это сцены из жизни русской деревни. Недаром говорят, что песня – душа народа. Русские песни раскрывают такие глубины, такие тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. Когда читаешь строки из романа, в душе возникают те же чувства, которые испытываешь, созерцая природу, наполняясь ее многообразием и благолепием. «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины». В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Как пойду я на быструю речку, сяду я да на крут бережок, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Ты сторонка, сторонка родная, нет на свете привольней тебя. Уж ты не ты, русское наше приволье, краю нет на луга и поля. Ты широкое наше раздолье, ты родимая Матерь Земля. Широка и необъятна наша страна Россия. Богата она бескрайними полями, сладкими, сочными ягодами, безграничные просторы, голубые озера,
Звонкие птицы, душистые травы — это все про нашу Родину. Но главное ее богатство — люди. Русский народ отличается особой душевностью, добротой и искренностью. И во все времена особенно выделялись русские женщины. Они уникальны, женственны, мудры, грациозны. И в то же время обладают сильным характером и несгибаемым намерением достигать своей цели. Даже иностранцы восхищаются красотой русских женщин. Отмечают их ум, начитанность и обаяние. Познакомили вас с атмосферой того времени по мотивам оперы «Евгений Онегин». Хотим сказать несколько слов про участников. В торжественной церемонии принимал участие духовой ансамбль бронетанковых войск. Руководитель Александр Катин. Хор Московской духовной академии. Регент Александр Левинцов. Кадеты школы номер 534. Директор Елена Николаевна Шлякова. Моя очаровательная ведущая Елена Юркина. И мой постоянный ведущий, замечательный Сергей Борзов. Концертный симфонический оркестр Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.
под руководством Анатолия Абрамовича Левина. Сейчас для вас будет представлена опера «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина в исполнении симфонического оркестра Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. С Богом! Перед вами прозвучат отрывки из опер «Евгений Онегин». Представляем вам солистов: Максим Шабанов, Мария Мальцева, Эрнест Сулейманов, Павел Черных. Дирижер Анатолий Левин.
Thank you.
Увы, не в силах я.
память, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезою твоей защиты умоляю. Thank you.
прочел души доверчивой признание, любви невинно излияние. Мне ваша искренность мила, она волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас говорить я не хочу, я за нее вам отплачу признанием, так же без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Домашним кругом я граничить захотел, когда б мне быть отцом супругом, приятный жребий поверил, то верно б кроме вас одной невесты не искал иной. Создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их не достоин вовсе я. Поверьте, совесть том порукой супружества нам будет мукой. Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименен. И, может быть, намного мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще сильней, и, может быть, и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами, мечтами.
весны моей золотые дни. Что его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон. По доле я стрелой пронзенный или мимо пролетит она. Все благо бдения и сна приходит час определенный. Благословенный день забот, благословен и тьмы. Луч денницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленно. Ранней урной и думать, он меня любил. Он мне единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя люблю. Рассвет печальный жизни бурной, ах, Ольга, я тебя любил. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный. Приди, приди.
враги? Враги. Давно ли друг от давно друга? Ли друг от друга? Нас жажда нас крови, крови отвела. Давно ли мы давно часы, и часы досуга, и досуга? Трапезу, трапезу. Злобно. Врагам наследственным подобно, мы друг для друга в тишине готовим гибель поднокровно. Не засмеяться ли нам, пока не обогрила за рука? Не разойти. Нет.
любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны, и юноше в расцвете лет, едва увидевше у свет, и закаленному судьбой бойцу с седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. Мне жизнь и молодость, да молодость и счастье. Среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди тедневных модных сцен, пустивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестоко серой суеты, среди досадной пустоты, расчетов дум и разговоров. Она блистает, как звезда во мраке ночи, в небе чистом, и мне является всегда в сиянье ангела. Сиянье ангела лучиста. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет, и закаленному судьбой бойцу с седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. И жизнь, и молодость, та молодость, и счастье, и жизнь, и молодость, и счастье.
С ними не
ошибся, я так наказан. Так близко, но судьба моя уж
оставить, оставить, как вас оставить? Нет, нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку, движение, взгляд, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в страстных муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство, вот одна мечта моя, одно блаженство. Но Онегин, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я не могу оставить вас. И не вы должны, я вас прошу, меня оставить. Ужайтесь! Зачем скрывать, зачем лукавить?
Мы выражаем благодарность всем участникам сегодняшнего торжественного мероприятия. В подготовке проведения 13-й торжественной церемонии Патриаршей литературной премии 2024 года принимали участие Концертный симфонический оркестр Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского под управлением заслуженного артиста России профессора Анатолия Левина. Дирижер Анатолий Левин. Директор Дарья Дмитриева. Ректор Московской государственной консерватории Александр Сергеевич Соколов. Солисты. Мария Мальцева. Эрнест Сулейманов. Павел Черных. Максим Шабанов. Также духовой оркестр Военной академии бронетанковых войск, руководитель Александр Катин. Хор Московской духовной академии, регент Александр Левенцов. Кадеты школы номер 534, город Москва, директор Шлякова Елена Николаевна. Руководитель кадетского корпуса Орлов Александр Владимирович. Мы сердечно благодарим тех, кто внес неоценимый вклад в успех сегодняшнего мероприятия. Литературно-музыкальное издательство «Открытие», генеральный директор Вера Астрова. Руководитель ассоциации «Православная книга» Алексея Головина. Генерального директора ОНО, Центр духовно-просветительских программ имени Святого Филарета Московского, Елену Кульбовскую. Конечно же, благодарим всю техническую и административную группу продюсерского центра АСП, специалистов и волонтеров. Отдельную благодарность выражаем администрации зала церковных соборов Храма Христа Спасителя, всем руководителям и техническим службам. Художник по свету Макельский Сергей. Звукорежиссеры Буданов Алексей, Маричев Андрей. Художник Татьяна Акимова. Режиссер трансляции Семен Виприцкий. Видеосопровождение Игорь Лапшин. Специалист по связям с общественностью Николай Шитиков. Режиссер мероприятия Александр Поляков. Благодарим организатора мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви, председателя Издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента, руководителя проекта священника Николая Балана, координатора мероприятия иеромонаха Макария Комогорова. И, конечно же, огромная благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Еще раз поздравляем всех лауреатов и номинантов со столь значимым событием в нашей жизни и жизни всего литературного сообщества. Наше мероприятие завершается. Сегодня для вас эту церемонию провели Елена Юркина и Сергей Борзов. Желаем творческого вдохновения и до встречи на 14-й церемонии избрания и награждения лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии. До встречи в 2025 году. Всего вам доброго. Спасибо.